Приветствую всех зрителей и подписчиков криптовалютного блога Лора Дэвис. В моем сегодняшнем видео я хотела бы рассказать вам о довольно перспективном токене, который за последние месяцы показал рост в более чем 15 раз и на данный момент еще продолжает расти. Это токен Би, который выпускает криптокошелек Хани. Такой бурный рост цены Би даже без оглядки на медвежий рынок можно объяснить несколькими ключевыми факторами. Грамотная токеномика Би, активное добавление новых функций в криптокошелек Хани, вследствие чего у него появляется все больше и больше пользователей, разгоняющих цену. Но это если говорить в общем. Давайте пройдемся по более конкретным моментам. Во-первых, токеномика. На данный момент 99% от эмиссии токенов Би сожжено, а 2/3 токенов находятся в обороте, заблокированы в стейкинге на срок до 3 лет. Причем пользователи блокируют его в стейкинге как для получения прибыли, так и для разблокировки премиум аккаунтов, дающих повышение доходности в Хани. Также за последние месяцы наблюдается рост ликвидности токенов Би вместе с ростом количества стейкеров и просто пользователей кошелька Хани, которые, например, привлекают возможность копирования сделок профессиональных трейдеров с доходностью от 5% в неделю. Но об этой новой фишке кошелька Хани я расскажу чуть позже. Сначала давайте пройдемся по базовому функционалу кошелька. Хани – это кросс-чейн кошелек, в котором можно хранить монеты и токены с трех основных блокчейнов – Ethereum, BNB Smart Chain и Minter. Кошелек является децентрализованным и не хранит сид-фразы своих пользователей. Помимо просто хранения токенов и совершения транзакций, Хани предоставляет своим пользователям гораздо более широкий функционал. Тут можно обменивать между собой токены, покупать их прямо в кошельке с банковской карты или, например, зарабатывать на партнерской программе. Вообще, заработок является ключевой особенностью Хани. Кошелек специально создавался для того, чтобы предоставить своим пользователям как можно больше вариантов заработка на крипте и при этом сделать это максимально просто. В Хани собрано большое количество вариантов стейкинга, фарминга и даже есть возможность копировать сделки профессиональных трейдеров. Это одна из новых фишек кошелька Хани, которая была добавлена относительно недавно. Копирование происходит через покупку портфелей. Выбор их тут очень большой. Каждый портфель содержит в себе различные наборы монет и токенов. Прибыльность у них также отличается. Какие-то приносят по 3-5% в неделю, какие-то могут давать по 10-15%. А сейчас даже есть один портфель с доходностью в 30% за неделю. Возьмем для примера средний вариант 10% в неделю. Купив такой портфель, можно будет приумножить свои вложения в 142 раза за год. Но если вас интересуют более привычные варианты заработка, то Хани может предложить вам стейкинг и фарминг. На выбор имеется множество пулов для токенов BIR, HOOP, MOOS и, конечно, нативных токенов BI. Последние можно как стейкать сольно, получая до 20% прибыли в год, так и фармить с повышенной доходностью в 36,5% в год. Тем более, что сейчас все провайдеры ликвидности BI еще и автоматически участвуют в лотерее с призовым фондом в 10 тысяч долларов. А также в Хани можно зарабатывать и вовсе без вложений при помощи реферальной программы. Пригласив друга, вы будете получать по 10% от прибыли, которую он заработает в Хани. Свою реферальную ссылку на Хани я также оставлю в описании. Зарегистрировать себе кошелек в Хани очень просто. Кошелек работает через браузер, скачивать никаких приложений не нужно. А чтобы каждый раз не писать вручную адрес сайта, можно сделать закладку на рабочий стол. При первом заходе на сайт надо будет выбрать язык, английский или русский. Затем нажать кнопку «Начать зарабатывать». Хани сгенерирует для вас сид-фразу, которую надо будет обязательно сохранить в надежном месте. Лучше всего записать на бумаге. Ведь не забываем, что Хани – децентрализованный кошелек, и ваши сиды он не хранит. Когда фраза записана, то ставим галочку и жмем кнопку «Зарегистрироваться». При первом входе Хани предложит вам сразу пополнить баланс криптовалютным переводом или же купив токены за рубли с банковской карты. А после пополнения баланса может будет уже сразу переходить к заработку. Стейкинг Би или других токенов, получение наград за фарминг, покупка портфеля экспертов или участие в реферальной программе. Свою реферальную ссылку на сайт Хани я оставлю в описании под видео, так же как и ссылку на другие ресурсы Хани,
включая их социальные сети и YouTube-канал. Однако не забывайте, что любые инвестиции в криптовалюту сопряжены с риском, поэтому вы должны обязательно проводить собственное исследование. На этом у меня все. С вами была Лора Дэвис. До новых встреч!